Всем здорово, всех приветствую. Начинаю тут с паузы, короче, потому что только включил игру, а там уже зомбак идет на меня, весь такой готовый драться, готовый биться и, возможно, готовый умирать. Поэтому не будем заставлять его ждать. Да? А, ты до меня и не дойдешь, да? Я по тебе и не попаду, но походу. Здорово. Я думал, я успел. Столько патрон потратил. Ладно, примерно... Я, кстати, не помню... Блять, я, кстати, особо не помню, где мы остановились, но, по-моему, это было вообще не здесь. Помню... А, вот по этой лесенке, короче, я пошел. Да. Еще один. Ага. Так. И пошел туда, по-моему, да? Или нет? Или не сюда? Но здесь у нас аптечка есть. Поэтому берем. Так, лесенка пока не надо нам. Мы ее еще пойдем пройдемся чуть-чуть. Вот здесь я, да, короче, здесь что-то лежит у нас такое. Здоровье. Ох, как скрипит все, блядь. Скрипит, как моя спина прям вообще с утра, ну. Ага, ящик. И он не бежит. А, нет, бежит. Я думал, ты потерялся немножко. Блять, ну ты лось, ебать его рот, блять. Заткнись. Жизни, кстати, не потратил. Возможно, они не тратят жизни на этом уровне сложности, конечно же. При атаке, наверное. Ну, наверное, так, да. Я так считаю, возможно, да. Круто, груви. Да, он так сказал. Кто-нибудь слышал, пока я тут пиздел, блядь? Так, здесь, похоже... Похоже, все, да? Ладно, хорошо. Вот тут наши штыки. А что вот это такое за ними тут еще? Ну ладно, похуй. Ой. Я что-то раздавил. Извините. Они с двух сторон, кстати, штыки эти. Да беги, блядь! Так, ну, стало быть, я пришел оттуда. Пошел туда. Пошел туда. Нет, пришел-то я вот отсюда. Сюда? Давай сюда сходим тогда. Здесь потому что был... А, этот, короче. И была лесенка. Угу. Все, погнали. О, мороз. Ну, нам точно туда. Опа, стоять. Я не засек время. Правильно. Зачем? Мы же можем вообще до бесконечности в нее играть. Это же такая охуенная игра! На самом деле это был не сарказм. Ну, как бы не совсем. Типа, ну, игра-то хорошая. Просто не прям такая охуенная, чтобы в нее бесконечно играть. Да и все равно заебет один хуй, какая разница. Че? Переработка.
Так. Заперто. Так, так, так. Что это? Обработка, да? Это обеззараживание. Как в этом? Death Stranding тоже. Обеззараживание костюма называется. Все? Чистенько. Видишь, все как хорошо. Вот так вот, видишь. Оп, сразу. Ух ты, вот это прикол. А, это бабище, да? Да? Может, тогда ты там... Почему ты третий раз опять ударил? Может, ты и без меня там справишься? Е-е-е-е-е. А зачем ты скафандр открыл, а? Зачем ты открыл скафандр? Я надеюсь, тебя ушатают там. Дурачок взял скафандр, открыл, так в глаз ему проникли, видишь? Ну давай. Давай, братан, немножко физухой займись. Это будет тебе полезно, блядь. А то что-то ты вообще какой-то... Выглядишь ты так себе после праздников-то. Давай, давай, давай. Немножко потренимся. Так вот, нужно заботиться о других людях, видишь как? Вот если бы он это самое не пил бы все выходные, так ходил бы там, знаешь, это самое, там гулять там куда-нибудь, так вообще это самое, на коньках там кататься там, в зал там походил бы там. О, здорово! Ну вот тогда, может быть, у него все было бы и нормально. Ах ты падла, все-таки, да, третий раз он ударил по нему. И чё это? Зачем я его ударил? Блять! Иди ты нахуй, блядь! Угу. Мы с каких это пор уже такие нормально разговариваем-то, а? Блядь, очень жаль, что здесь нет вариативности, знаешь, как в Киберпанке там. Послать бы ее нахуй, да? Было бы классно. Ой, сюда можно было просто так забраться, прикинь. Не знаю, зачем. Ну ладно. А она сама не могла мне дверь открыть как-то? О, не ожидал тебя увидеть, нифига себе, она. Вообще-то... Немножко погромче. Вообще-то это ты пришла ко мне на корабль и начала там перестрелку, блядь. Из-за чего мы нахуй упали, блядь, и разбили себе ебальники. Мой друг тем более, блядь. Да похуй вообще. Это новое оружие, да? Быстрое приключение оружия. Так, нажмите кнопку 1. Быстрое приключение между используемым оружием. Можно также выбрать в инвентаре. Спасибо. Ха! Ха!
что такое? Это, блядь, ты чё, это еще один дробовик? То есть полицейский дробовик и дробовик скунворкскунс, блядь, да? А расскажи-ка мне, на кой болт мне вообще нахуй эти дробовика два? М? Есть статистика какая-то, может быть, там у них есть урон у кого-то побольше или чё? А, ну это можно посмотреть будет в этой хуйне, да? Модифицируем верстаки. Верстаки она называется. Верстакачок. Угу. Ясно. Ну давай. Я надеюсь, он здесь будет сейчас, да? Нам же сюда? По всей видимости, да. Так, что-то на столе лежит. Патрончики, отлично. Зачем мне, блядь, это самое? Еще один дробовик. А? Ясно. Кия, нахуй, опа, стоять. Чё это? А, понял. Проходочка. Угу. Теперь отперто. Нихуя. Кстати, что это такое? Кстати, верстаки, верстак что-то последний раз попадался нам, я уже даже не помню когда. Не очень понимаю, зачем это, типа, потому что, блядь, инвентарь-то у меня, наверное, увеличенный, да, игра думает, типа, да, теперь-то ты можешь поиграть чуть подольше. А, спасибо. Мои молитвы услышаны, блядь. Смотри, урон вот этой, да, короче, этого дробовика. И урон вот этого дробовика, у которого... Урон чуть по... А, вот дробовик, пизжу. У этого, потому что мы, наверное... А, емкость мы увеличивали только. У этого дробовика, если что, урон получше, блядь. И вот здесь можно даже его увеличить. А здесь увеличить урон вот настолько. А теперь вопрос. На кой хуй мне вот это говно? Можно я продам его, блядь? Ну или вот это я продам. Нет, этот получше даже будет, наверное. Емкость магазина у него вообще никакая. Ну хорошо, вот у него. Да, это и будет емкость магазина. Да, хорошо, смотри. Емкость магазина у нас так. А, ну и все, видимо, да? Да, емкость магазина. Я понял. Значит, вот этот по емкости магазина типа как-то получше. Да и насрать мне вообще на эту емкость магазина. Я этим-то дробовиком особо не пользуюсь. Да я знаю, что я, блядь, сложность поменьше поставил. Не надо пиздеть сейчас у меня тут. Короче. Мы нажимаем Alt. Мы нажимаем продать. Вот это. Оп. О, смотри-ка, 750 даже. И все, да? Это все, что я могу продать. Отлично, ясно, понятно. Значит так, я предлагаю увеличить все-таки как-то урон, да? Смотри, разрывные пули, ну, как. Вот, блядь. Вот это вообще, он, сука, это даже, блядь, ну, даже лучше этих дробовиков будет. 1800. На все, да? Давай, ебать, я. Макс Бетту, ебать. Не очень понял я этот дробовик тогда, в этом случае. Не знаю, не знаю. Тебе нужна пушка? Нет, мне она уже не нужна, ребята. Все, я уже пушки свои все забрал. Здоровье у меня с Apple Bash. 4 штуки у меня тут. Ну все, можно здоровье не брать, можно сейчас одну использовать. И это самое. Вот, 3. Альтернативный огонь, мать его. С режима альтернативного огня обладает большей огневой мощностью, но расходует больше боеприпасов. Спасибо большое. Нажмите, удержите правую кнопку мыши. Перейдите в режим прицеливания. Используйте среднюю кнопку мыши. Я ее вроде поменял, но должно быть, наверное, другую, да? Чтобы воспользоваться более мощным режимом альтернативного огня.
Сейчас посмотрим, подожди. Да, вот он. 5. Хуя, 5 патрон сразу. Прикольно. Прикольно. Подожди, сколько у меня сейчас патрон осталось? Блять, а можно как-то, блять, вот, ну, посортировать вот это дело? Ну, че ты, блять, так все разбросано, как, блять, говно, ё. Так, для пистолета, то есть у меня 12 и 3. Да, как бы 15 патрон на 3, ебать, выстрела таких мощных, пиздатых, да? Угу, понятно. То есть заставляют меня все-таки, короче, пользовать дробовика. Угу. Ясно, я все понял. Что ты там делаешь? Ты что, чинишь машину? Ты же баба. Я не поеду на этой машине. Я пойду пешком. Я пешком нихуя ухожу здесь. До сих пор жив, блядь, остался. Нахуя ты так развернулся, блядь? Почему так громко, блядь? А от снега мне кто-нибудь почистит? Ну и похуй. Так. Приемочная площадка. Явно, явно нам не туда. Блять, а здесь же... А я не помню, кстати, в Dead Space была карта? По-моему, нихуя. Но зато там хотя бы показывалось, сука, куда идти, блядь. Господи. О, кстати, в январе же, блядь, скоро Dead Space выйдет. Ремейк. О, здорово. Ну вот, смотри. 5 патрон я потратил. На что? Вообще на что? Я мог потратить 2 обычных патрона и дать ему 4 раза. По башке, блядь. Да. Не надо, значит, так. А вот оно. А вот оно, вот оно. Блять, не надо пробел нажимать. Угу, контрольная точка. Будто, блядь, кто-то ходит, но я не вижу, кто, блядь, вообще. Надо пройти через ульт, я не пойду. Не пойду. Какого хуя? А, заебись, он еще и не пробивает. Вообще замечательно. Просто замечательно. Так, мне надо подвинуть ее, да, наверное? Предохранитель для ворот. Замечательно. И он вырывается. Ну хорошо, не сейчас, ладно. Но потом вырывается, да, я полагаю. А нам надо было ворота, как, бля, не здесь, я понял.
Интересно. Нет, ну зачем вот это? А, ну, видимо, я понял. Видимо, для того, чтобы нам можно было пробраться, залезть туда. Так, ящичек. Кредиты! Ясно. А, и типа, короче... А, боеприпасы для обычного пистолета калача отлично. Все. Вот я включил ворота, да? Которые, наверное, здесь нельзя пройти, да? Надо проходить конкретно там, ну-ка... А, нет, смотри-ка. Смотри, он даже не вырвется, да? Ты что, не вырвешься даже? Серьезно? Да, серьезно, он даже не выбрался. Ну хорошо, эта игра умеет удивить. Так. Здорово. Ты застрял, братан? На здоровье. Я могу? Ой, бля. Это как эти самые вот эти ебанутые видосы, блядь. Где этот фрезеровочный станок, там людям руки-то, блядь, засовывают, зажевывают, и все, и пизда им приходит. О, классно вообще, блядь. Блядь, классно тут вообще все, смотри, можно. Много раз весело, классно умереть, мел. Я думал, мы уже таких мест не встретим. Но я готов. Я думал, он на меня обиделся, и все. О, две соточки. Арон Тайчо. А чё? А, у меня заряд кончился, да? Один патрон всего. Всего один патрон потратил. Обычный. Ну и нахуй ты это сделал? А? На, просто так вот тебе, за то, что ты, блядь, стоишь тут такой красивый, блядь. Так, и тебе еще. А я оттуда пришел. Так, мы здесь ничего не делаем, да?
это самое. А. Ох, как фризует-то, блядь. Не готов, если ты готов. Иди нахуй, ёп. О, второй верстачок уже. Ну что? Ну, бля, вообще, бля. Ну вы меня балуете, ребята, ну. А чё, у меня только вот как бы и все. Все остальное у нас... А, вот, смотри, чё можно. Оболочка из полава повышает... скорость! Согласен. Давай. Будут у нас супер скоростные удары. Так, что посмотрим, заоценим, что у нас за супер скорость такая стала, да? Ну-ка, давай. Все, 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 братан, выходи, мы это. Давай, Кия, Кия, Кия. По-моему, нихуя не изменилось, да? One, go. Ага. Ага. Если ты меня нахуй не кинешь, блядь. Бля, такие тут ненадежные люди, я тебе доложу, со мной водятся, блядь. Прям вообще, блядь. По-моему, там кто-то орёт, да? Или нет? Да, 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 да. Опять нет подъема. Ух, нихуя себе, сколько, блядь, ее. А, ну он все взял, потому что у меня есть место, да? Стало быть, это, подожди, нет. Сюда, да? А, отлично. Все, давай, погнали. Каждого. Это я знаю сейчас. Кто-то будет под ёбкой стопудово. Лучше сам выйди. А то... Ага. Нашел. Нашел. Следующий. Чего? Это что такое, слышь? Пошел нахуй. А нахуй. Ебало пополам треснуло. О-о-о! Здорово! Свободен. Ну вот видишь, как хорошо, ребята, мол. Вы сами вылезли и все. Быстрее вопрос решили. Ну и кто-то еще вот из этих, ну стопудово. От этих захватов не увернуться вообще. Так, не-не, ребята. И у меня не это самое. Вы у меня так просто не пройдете, но. Пошел нахуй. Хорош. Хорош.
Нормально мы сейчас тут нафармим, слышь, снег? Да отстань ты нахуй, блядь! Я тебя... Это что, непереводимая фраза сейчас была, да? Я тебя ждал сколько, блядь? Ничего страшного, подождешь. О, видишь, у меня клиент здесь. Этот даже особо не сопротивлялся, видишь? Че, кто-то хлопнул? Опа! Стоять! Они чё там все это самое, что ли? Ну-ка иди сюда, ты чё? Козёл, блядь. Нет никого, прикинь? А, они вот стоят. Я их не увидел? Или что? Или просто пропустил я их? Ладно, пошли. Да все, заткнись ты, мол. Надо же, она столько меня ждала. Может быть, это что-то значит, блядь? Да не, шучу, конечно, она нас уже кидала, блядь, несколько раз, нахуй. Вообще, все, я и не доверяю, пошла нахуй. Если у меня будет выбор кинуть ее или оставить ее в живых, я, блядь, обязательно ее кину. Я тебе говорю, ты сама, ты слушай, как она базарит со мной. А? Мне вообще так-то похуй, я могу тебе сейчас башку прострелить и все, и поеду я один. А? Да пиздуй нахуй вообще, мужик, садись за руль, блядь. И поехали нахуй отсюда. Да похуй на нее. Это все равно балласт ебаный, блядь. Ой, это мой корабль, черт возьми. Что, меня аж в горле пересохло чуть-чуть, ну-ка. Чем ты хочешь убедиться-то, алло, блядь? Наверное, она нам хочет сейчас рассказать, какого хуя она тогда пришла и начала там, устроила погром. Мужик, ты можешь бегать, кстати, если ты не забыл. Но, наверное, ты забыл. Так. О, кстати, дружбана забрали. Место крушения. Что? Блять, я по инерции нажимаю на И. А, у нас есть... А, патроны для дробовика. Да похуй, давай это используем, чё роту ебать. Мужик, у тебя же здесь на корабле верстак есть? Макс Берроу! Полное здоровье. Ну и похуй. И чё? И чё, и чё, и чё, и чё, и чё? Спрыгивай. А, нельзя, да, сюда? Угу, понял, понял, ясно, все, погнали. Ну отсюда ты будешь спрыгивать? Молодец какой. Нет, я не пойду к ней. Нам нужно исследовать что-нибудь здесь. А здесь у нас нихуя. Ясно? Ясно? Тихо. О, здоровье. Полное здоровье. Ты в игры там играешь?
Я ж тебе говорил, что там что-то есть, да? В самой первой серии еще. А хуй тебе. Вуаля. Что? Дружище! Да я сам могу, блядь. Кстати, эта хуйня же как-то управляется автоматически. Ты помнишь, она к нам приехала и такая типа... Хэ, оружием такая угрожает. И потом она взяла и поехала. Ну, то есть, как бы там пилота не было, а... Еще чувака я с ней не вижу, если чё. Ага. Что ж ты немножко, блядь... А, это самое, а ошибнулась. О, стоять, стоять. Стоять. Нельзя, нельзя пропускать. Ты козёл, блядь, а? Ну ты пиздец вообще, бабище, блядь. Конечно, ну. Так. Чё, автомастерская твоя? Ты... механика? О, здорово, ты кто? Смотри, тут еще. А мы их открывать не будем? А чё я сделал? Да, видимо, не будем. Так, хорошо. Пока что здесь ничего нет. Ну давай, иди куда-нибудь, нам уже пора, наверное, да? Ты не толкайся, слышь? Казамил. Я тебя сейчас устрою тут, ё. Да отстань ты, блядь. По-моему, надо чуть погромче сделать, да? Это сейчас должен был быть скример, наверное, какой-нибудь, чтобы я чуть испугался, но я что-то не испугался, и поэтому, короче, надо сделать чуть погромче. И... Так она его не знала. Или знала? Я считаю, вообще-то, это он меня использовал, если что. Потому что он-то особо-то ничего и не делал. Ну, как бы, как и ты тоже, если что. Сидишь там, типа, блядь, отверточки свои там ковыряешь, машинку свою, ну, типа, что ты делаешь? Где верстак? Дайте мне верстак, пожалуйста, быстро. Найс. Это что? Инвентарь заполнен. Блять, сколько патронов? А, это, блять, ну вот смотри. Блять, это два дробовика. Ты представляешь, да, вообще? И просто вот от обоих вот патроны, блять, у меня тут лежат, блять. Господи. А чё там, подожди. Расшифровщик, слушай, он нам нужен, наверное, да? Да, он стоит ёбаных бабок, вообще-то, блядь.
Так, где это? Давай вот от этого, короче, скинем, потому что, ну, мы все равно это самое там. Ну, другой базар. О-о-о. Ясно. Очень жаль. Тебе повезло, скотина, блядь. Бля, ну это прям на арену похоже. А чё это? Сотки. Мать его, етить. Все, готов, погнали. А, я понял. Ты слышишь, не базарь нахуй со мной так, дура я. Понятно? Я могу уебать нахуй сейчас тебе. Да-да-да. Твоего друга-то я плохо знал, да, как ты говоришь, а тут ты такая и не виновата, это все пропаганда, да? А, да? То есть я думал, ты просто такой голограмма, который там раздает бесплатные советы. Отстой! Ёба! Отстой! Ой, я лечу, прикинь! Я не схватился за нее, ты представляешь? Я лечу! Ебать, это ж вариативность, смотри. Ой-ой-ой. Бах! Ебать, меня размотало, бля. Слышь. То есть у меня два путя сейчас, да? Ну, точнее, было. Хуя круто. Круто. Я не очень, я не успел особо заметить, что это самое, типа... Блять. Я не успел особо заметить, короче, что там типа надо на Е нажать. Ну вот, ну ладно. Это даже лучше, сейчас будет чуть побольше экшона. Я помню, я играл в такие игры на флеш, это самое, плеере. Где типа там такой ты летишь, такой взял, взял, печал. Давай, 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 давай. Уху! Ру. Нет, нет, нет. Вот та-та-та-та-та-та. Хорош. А, да? Есть!
Хуя круто! Ебать круто! Пиздец! Пять Джейкобов падающих... Пять падающих Джейкобов из пяти, нахуй, просто, блядь. Где наш шлемофон? Потерялся? Это бабища? Она увидела свой кубик Рубика ебаный? Ой. Это опять видение ебаное, стопудово. Смотри, сейчас мы ее отвлекем, а у нее пол ебала нету, стопудов. Я бы лучше, знаешь, как сделал бы просто, чтобы у нее тупо было ебало вот этого, блядь, нашего дружбана, блядь. Ну, типа, да? Не просто там перевоплощение какое-то, ну это, блядь. А вот ебало бы его, вообще было бы классно. Было бы криповее это смотрелось бы. А вот и наш шлемофон, кстати. Блядь, чувак, ты чё, еще не привык, что ты вообще не в курсе, где ты, блядь? Охренеть, консоль еще работает. Вот это да. Что это? Как занимательно. Зачем? We almost got killed just trying to get out of Black Iron. This isn't about escape, Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers. Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know. Какая тебе разница-то? Connected to Europa. Most of it's just another fucking job. This is crazy. I know. But what choice do we have? Это у тебя никакого выбора, алё. Ты чё, ёб мать? Слышь, не надо мне сейчас, блядь, тут такая ты, блядь, сначала, нахуй, на меня такая гнала вся, блядь. Потом такая, хуяк вообще, да, вариантов у тебя не осталось, блядь, да, чтобы не подохнуть. Здесь ты такая подумала, бля, подвалю-ка я к этому чуваку, блядь, ёб, да? Как бы он все равно мне поможет, такой, типа, мы, короче, выберемся, и, может быть, я получу там какие-то свои ответики на вопросики на свои. Хуй тебе, блядь, поняла? Все. Я буду отсюда выбираться, нахуй. Погоди, нахуй. Я пойду посмотрю, что там. Наверняка что-то интересное. Могу драться? Могу, блядь. Так, 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 так. Что-то светится, что-то светится. Заебись. Инвентарь заполнен. А, полицейский дробовик, похуй. Ты не ходи за мной, блядь. Я с тобой не разговариваю. Все. Блядь. Где верстак, сука? Мне нужно потратить бабки. Just up ahead.
Где мой верстак? Нас не прикончит, если мы не пойдем за ней, если чё. Надо спешить такая. И стоит её, смотрит на меня, бля. Пускай она идёт, чинит тогда, блядь. Она ж механика. Не пойду. Блять, а здесь и некуда идти-то, блять. Вообще. Спасибо. Да ты что, правда, блядь? Так, ну нам не сюда явно. Я просто думал, мало ли он упадет. И мы все опять поржем. Точнее, я. Он-то не поржет уже. О-хо-хо-хо, блядь! Где мой верстак? Блядь, в начале... В начале, сука, аж два верстака почти сразу. И все, пизда, блядь, я. Какая тебе нахуй разница, как я, блядь? Так, а как мне? Вон туда, все, понял. Мужик, беги, пожалуйста, блядь. Я нажимаю на shift. На shift! А, это, бля, корова спускается, мол. Ха! Да-да-да, крутые мышцы, мужик, вообще ты хуя, ты крутой пиздец. Верстачок бы сейчас нам только найти бы. Было бы классно вообще. Сейчас найдем верстачок, и я думаю, можно будет заканчивать. Но я чувствую, что почему-то закончим мы раньше, потому что верстак нам хуй найти, блядь, здесь. Лестница. Ты охуела, что ли? В смысле, блядь? Как ты там оказалась так быстро, блядь? А? Угу. Подождешь. Так, что-то я обошел. И нихуя, да? Заебись. Ну ладно. Да ты, блядь. Ух ты, блядь, сейчас весело будет. Ага. Скорее. Ой, блядь. Давай, хватай, дура, ёб. Чё ты, ну? Мужика последнего нормального проебёшь, блядь. Не будет у тебя... Ты видел эту хуйню сейчас? А? Ты видел эту хуйню сейчас, слышь? Она спецом меня не спасла. Дура тупая, блин. Вообще пизда тебе, все, блин. Все.
Я тебя найду, нахуй. Найду тебя и башку тебе пробью, мол. С дробовика, с которого ты мне дала, мол. Который ты мне дала. Так. О-о-о-о, здравствуйте. Это новый зомбарь какой-то, да, крутой? Это я так с утра встаю обычно после праздников. А, я понял, это слепошарый, который реагирует только на звук, да? Выкалывай ему глаза. А, у него нет глаз. Да. Это как в Last of Us, это щелкуны эти. Да. У него ленты какие-то там, это самое. Хуя ты, блядь, таким ножичком такие тросы будешь? Заебись. Чё, отпиздимся? Ясно. Полагаю, здесь у нас ничего нету, да? Угу. Мужик, беги, пожалуйста, блядь. Ты заебал ходить ее. Ни звука. Да. Двигаться тихо. Ну, знаешь, вот как-то... Я вот особо опасности в них сейчас не вижу. То есть, кто играл в один из нас, те знают, о чем я говорю. Потому что там, даже на легком уровне сложности, ты вот передвигаешься тихо, и чтоб тебя не заметили эти щелкуны ебаные, потому что это может быть такое палево ебаное, тебя могут просто там вообще расшатать, пиздец, мол. И вот там было прям страшно попасться, ты такой ходишь вокруг этих, бля, вычисляешь их по одному, чтобы не это самое, мол, чтобы они тебя не услышали, никто не обратил на тебя внимания, ничего вообще. Ну, то есть, это еще, я говорю сейчас конкретно про вторую часть еще тоже. И обычно это типа, знаешь, такой, блять, вот они все там около этого самого, да? Около стенки, и все они оживут наверняка. Ну, может, не все, ладно. Этот, с первой части еще, то есть, в первой части они прям вообще жесткие типы были. То есть, там нужны были, короче, эти... ножик, нож, который одноразовый, тупо одноразовый, короче, которым ты только вот им мог убить. И все. То есть и его надо было постоянно делать, тебе нужны были постоянно материалы, блядь. Для него. И вот в этом была хуйня. Это вот, смотри, просто, ну, ну, как-то просто враги, да, вроде. То есть я понимаю, что, да, я, короче, конечно, играю тут на сложности поменьше. Рука отвалилась. На сложности поменьше, полегче, но все равно они как-то, ну, бьют одинаково. То есть у них нету там какого-то суперзахвата, который, блядь, просто такой ваншотит меня, блядь. Вот в один из нас был. Они могли тебя просто схватить один раз, и все, и перегрызть тебе твою ебало, и все. И ты сдох. И все, пипизда. Здесь такого нет. А еще знаешь, что здесь нет? Здорово. А еще здесь нет верстака, блядь.
Ты видел? Ну, здесь потому что нет особо такого вот индикатора шума, то есть, который вот... Ну, здесь нет акцента на стелсе, на этом. В один из нас был акцент. Типа, чтобы ходить там везде, почти везде по стелсу, чтобы враги тебя не замечали, не слышали. Не только зомбаки, а еще и враги вот эти вот, которые обычные там. Охотники вот эти, всякие головорезы, всякие людоеды. Вот. Чтоб они тебя не слышали. Там был на этом акцент. Здесь этого акцента нет. Заебись. Я здесь уже был. Короче. А, блядь, 3 минуты назад было это самое. Ладно, давай до контрольной точки и все. А, здесь я был, все. Ага. Ну давай, погнали. Блять, ну, конечно же. Блять, он не бегает, прикинь. Ты представляешь? Он даже не бежит. Он даже не бежит. Мужик, тебе вообще, как у тебя с этим-то? Твоим инстинктом самосохранения ты как вообще ее? Кстати! Один из нас же выходит скоро. Там 3 марта я сегодня анонс видал на компуктере. Все, пизда, эксклюзивом, короче, я вам доложу. Но, короче, неважно. А... Блять, можно будет попроходить первую часть. Ебать, это ж классика, тем более. Тем более ремейк. Классно, мне очень нравится эта игра. Особенно вторая часть вообще. Просто она столько вот людей оставила просто... Ну, почти все вот неравнодушные вообще. И знаешь что, херня еще в том... Давай, что он у нас просто так, что ли, да? Мотал я в дурака, мол. Споры об этой игре до сих пор идут, блять. Ну, в комментариях люди до сих пор, знаешь, спорят там и высказывают про свое мнение. Кто... ну, кто на стороне этой Эбби, блядь? Кто на стороне этой... Бля, я вторую забыл, как ее зовут-то, прикинь? Ёб твою мать. Элли! Вот, точно. Все, отстань от меня, я знаю. Вот. Контрольная точка 6 минут назад. Отлично, вообще просто замечательно. Дай, короче, отстань. Сохранить. Короче, думаю, надо будет попроходить еще будет, короче, взять этот Last of Us ремейк и поиграть. А пока, пока, всем пока, всем пока.